Поработав на месте, переходим все то же самое в движение. То есть мы должны наносить удары в движении. Чаще всего противник движется, а не стоит на месте. Поэтому, повторяюсь, у нас всегда работа передней, задней. Итак, мы можем работать движение вперед, прямым. Движение назад. Движение в одну сторону. В другую. Также возможно поработали сзади, вперед, назад, в одну сторону, в другую. И обязательно здесь можно попробовать со сменой стойки. То есть одиночный удар. Мы начинаем комбинировать. Сначала, например, двойки. Не ускоривая, то есть должно быть. Рука не отстает. Потом начинаем то же самое делать уже с перемещениями, с отшагом, со сближением, с уходом. И начинаем комбинировать, вплоть до того, чтобы тройки или классическая четверка, например. Раз, два, три, четыре. Либо раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз. Корпус бьет. Корпус. Руки не летают. Поймав саму механику, мы можем уже чуть-чуть менять позицию кисти. Если до этого у нас был вариант с помощью шеста поставить джолт, как вариант похожий прямой Тараны Янгибаряна, то здесь уже мы можем чуть подвернуть и, соответственно, получить вариант классического апперкота. То же самое вверху. Был боковой ладонь, смотря вниз, подворачиваем, сохраняя ту же структуру, мы всего лишь повернули и уже получили боковой кружкой. Если мы чуть-чуть увеличиваем дистанцию, то здесь мы уже получаем и прямой, можно нанести тем же действием выше и чуть разогнув угол, фактически мы получаем кросс, но опять же рука не отстает сразу. Вперед, вперед, вперед. Таким образом мы начинаем комбинировать силовые удары. Впоследствии совмещаем их со скоростными тычками. То есть накидываем, накидываем, накидываем. Зарядили, воткнули. Силовой удар всегда нужно готовить. Это может быть скоростная серия. Это может быть защитное действие. Уклон. Мы зарядились. Выстрелили. Нырок. Мощный выстрел. Здесь уже ищите комбинации самостоятельно. Прорабатывайте. Творите. Главное. Четкая работа всего тела. Все остальные элементы. Это всего, все идут в кучу. То, что мы рассматривали работу с гирей, с резиной, с грифом. Это все пазлы, которые помогают нам сформировать мощный удар в действии, в движении. Пробуйте.